Обследованное дно, проверенный состав воды, спасатель на вышке. Этим может похвастаться очень малое количество сурских пляжей. В большинстве случаев люди идут к реке на свой страх и риск. К примеру, в областном центре полную проверку прошли всего лишь 3 зоны отдыха, 37 по региону. По всему берегу Суры раскинулись десятки несанкционированных пляжей. Маленьких выходов к воде еще больше. И понятно желание пензенцев в такую жару окунуться в реку. Однако у этого могут быть и трагические последствия. Только за прошедшие выходные на территории региона утонули 3 человека. Это произошло в Лунинском районе и Пензе. Причем одна из трагедий случилась на реке Вяди на оборудованном пляже. Вот только погибший мужчина отправился туда ночью, когда помочь ему было некому. Таким образом, число утонувших на территории области с начала года достигло 15 человек. Это на 6 больше, чем за аналогичный период 2020-го. В основном гибель людей на воде на сегодняшний день – это граждане старше 40 лет, которые находятся практически все в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно же, можно сказать о том, что все-таки жаркая погода, и купаться и применять водные процедуры нужно с предельной осторожностью для здоровья. Кроме того, сотрудники МЧС призывают родителей внимательно следить за своими детьми на водоемах и не отпускать их одних. Другой категорией, которая находится в опасности, спасатели назвали тех, кто любит на надувном матрасе плавать далеко от берега. Уже в этом году были случаи, когда люди, не удержав равновесия, оказывались в воде, что заканчивалось трагедией.